Всем привет, ребят. Ну что, хочу сегодня сделать такой интересный тест. Давно у меня, как видели, куча рунинов разных есть прокачанных. И мне интересно сегодня потестировать рунина с яростью, то есть ярость небес. Почему? Потому что там офигенно проходит, по идее, стан. И интересно, как он будет вместе взаимодействовать с ожогом. Так, это что у нас? Это у нас был разброс. Мы ищем Ронина. Наоборот. Так, это наш флеш Рон. Ой, пишите, какого Ронина вы хотите увидеть. Потестируем. Вот такого вот. Такой вот Ронин, плюс у нас будет смотритель, плюс у нас будет хранитель леса. Вот интересно посмотреть, что же все-таки будет, сможет ли он тащить или нет. Так, поехали. Начнем. Ну, такая сборка, в принципе, она интересна даже для PvP локации. Чем интересно... Так, что тут у нас? Либо нам так зацепиться. Ну, в принципе, можно на огнике попробовать, если попрет. У нас могут стычки просто ушатать. Сейчас проверим это. Вот видите. Просто изи. Изи трэш. Ушатали сразу же причем. То есть точность есть и все. И ваша нафиг ярость небес никому не надо. Так. Поехали. Тест номер 2. Вот интересно будет протестировать Ярость Небес на PvP локациях. Посмотрите, он юнитов станет. Нафига мне юнитов станет? Ты запарил, героям надо станет, а не юнитов. 52% в принципе набрал. Однозначно круто. Но это опять же, это не то, чего я хочу. Я хочу так, чтобы он станет именно героев, а он станет, блин, какого-то фига юнита. Что хочешь с ним делай. Придется сейчас Ануба брать. Это тут везде уже перед битвой гильдий. А, у нас Анубис есть, отлично. Сейчас мы быстренько Анубисом сольемся. О, отлично. Так, а ну-ка, интересно, вот такая вот сборка. Интересно просто, как часто будет проходить стан. Так, Анубис застанили. В принципе, не так уж 40%. Блин, но бы фрейку найти. Все равно его ушатали. Не досидел. Хотя восьмая, в принципе, это не девятка, конечно же, восьмерка, но все равно ушатан. Странно. Очень и очень, кстати, странно. Ладно, давайте еще тестик. Мне просто интересно, чем такая сборка. Вот есть герои, которые реально очень дамага много наносят, и их нереально сложно слить. Ну, кстати, отлично. В принципе, из-за того, что он уходит в инвиз, там, по идее, стан... Мы так толком и не видим здесь, но хотелось бы посмотреть сейчас на PvP локациях, таких как ZB-шка. Вот там будет более интересно. Но опять же, и на битве гильдии тоже хочется посмотреть. Но как видите, если есть юниты и вам некими их слить, без понтов вообще. Вот. Если будет 5 героев с яростью, по идее, там должен быть неплохой стан.
Я собирал талантами просто, и, честно скажу, мне понравилось. Но есть, конечно же, нюансы. Надо будет рунами собрать. Соверяну, что там у меня по рунам делается. Рунами там только одна у меня такая есть. Так, ладно. Попробуем вот такой вот вариант. Скажите, какой-то он сумасшедший. Ну, просто интересно потестить, потому что талант сам по себе не раскрыт. А вот в пачке, я думаю, я скоро создам пачку на роли специально талантов, на таких героев, не особо там имбовых. Мы потестим там их. Так, смотрим. Тут, конечно же, смотритель, но могут слить с одной тычки. О, сейчас вот отлично, посмотрите, что делается. Конечно, хрон, мы на хроне слились. Но! Но было интересно. Так, ну тут мы и затащат. Сейчас попробуем еще найти такую же пачку. Вы пишите в комментах, какие вы хотите тесты увидеть, что вы хотите вообще увидеть, потому что возможностей, скажем так, очень много, особенно на английском сервере, что вам будет интересно. Блин, эти смертушки, конечно, 20 секунд бьют. Так, ну давайте попробуем тут. Ну, смотритель может ушатать и там герой добить, это понятно. Но мне вот это вот интересно больше всего. Так, осталось у нас Фрея. Жесть, ребят, посмотрите, что он чудит. Так, и Махатма. Но Махатма защита от стана. Он Махатму явно не ушатает. Хотя просто жесть, ребят, смотритель ушатал. Посмотрите на его урон, насколько она непробиваемая. И посмотрите, как смотритель просто, блин, тупо 75% вынес. Я не знаю, мне нравится такой уронин. Надо будет его потестировать на атаке фортов еще. Но соло он вытащил пачку. Причем пачку вытащил довольно-таки неплохую. Так, хорошо. Так, надо что-то такое интересное посмотреть. Просто жесть, ребят. Смотрим. Вот, кстати, с черепом. Посмотрите, череп просто в стан влетает, только ударил сразу же стан. Ударил стан. Ну, по-моему, тут мы ничего уже не сделаем, но все равно отлично. Ну, два ангела это. Беспонтово, наверное. Хотя единственное, что у нас смотритель ударит, поэтому мы не успеваем. Чуть-чуть, но интересно. Все-таки герой простоял, продержался. Так, ну-ка давайте тут попробуем, посмотрим. Так, ну тут тоже ронин есть. Фига себе.
Я в шоке, ребят. Проект Досвидос. Просто жесть, ребят. Вот Дворонина, конечно, это будет очень интересно. А может и нет. Махатма. Слили Махатму. Родина, Родина. Восемь секунд. По идее, мы должны затащить, если там он без ржива. Просто изи. Можно тупо одного героя выпускать в забытую. Да, обалденно, обалденно. Стан работает, конечно. Так, а вот есть Анубис. Интересно, вот против Анубиса, который оживать будет. Так, ну тут ворожай отхил дает, это неинтересно. Хотя пофиг, смотрите, держится. Красавчик просто. Ребята, это, конечно, вообще жесть. Я, честно говоря, от него такого не ждал. Смотрите, и стан работает. Ну, ворожай. Ворожей тут тащит, тут понятно, он от хила дает, но они его убить не могут. Из-за инвиза, из-за того, что он станет, то есть герои не всегда бьют. Интересно. В принципе, тот же самый принцип, что и на атаке фортов. Бывает, 3 минуты Ронин может продержаться. А тут еще и дополнительно от него есть стан. В таких случаях еще неплохо будет заходить этот, недомогание. Нифига себе. Нифига себе, сказала я себе. А, я думал, меня там сливает уже. Думаю, офигеть. Ну, в общем, неплохой Рони. Мне понравился. Надо будет потестировать пачку. Я думаю, это будет что-то интересное. А рунами поставить там просто, например... Либо выживание, либо что-то там, СО, как вариант. Пишите в комментах, что вы думаете, но это интересная темка. Можно также ему поставить, в принципе, и панчбокса, но и с ангелом он более живучий получается. Вот так вот. Все, больше, в принципе, тестов я ему больше нигде так особо не покажу. То есть это такие локации, где его можно использовать. Если есть еще, конечно, может у нас лабиринт открыт. О, отлично, у нас еще лабиринт есть. Ща мы его здесь затестим по полной. Есть еще, короче, куча разных ронинов, поэтому пишите, что вы хотите увидеть. Так, это не он. Теперь, блин, а вот это он, по идее, да, но что-то не он. Тут он их, наверное, сейчас просто шатанет смотрителем и так вынесет. Вот смотрите, как стан срабатывает. Чем больше целей, тем лучше. Сейчас бы, конечно, нам найти какого-то вообще супер. Огонь. Найти бы просто реального игрока с пачкой героев. Тут 180-е, тут все боты. О, отлично. Ну, тут, конечно, нас сейчас, наверное, стычки просто ушатают. Но все равно интересно посмотреть. Понятно все. Ну, мы на хранителе слились. На отражалке. В общем, вот так вот. Пишите комменты, лайки, репостики, что вы хотите увидеть. Всем удачи, всем пока.